Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь на Учительской 66, здесь светофор. Сейчас зайду, сниму обзор и кое-что куплю себе домой. Ну все, пойдем смотреть. Здесь носки теплые, называются домашние, 70 рублей пара. Есть упаковки носков, две пары вместе, 7, так, сколько они? А, 52 рубля. И есть вот такие вот 75 рублей мужские носки. Леггинсы 205 рублей. Вот. Разные размеры с 44 по 54. Широкая резинка. Разные цвета. Все серые, только вот здесь вот разная резинка. Какие-то куртки без рукавки. Сколько стоит, не вижу. Плед детский павлинка. Цена валена, конечно, 279 рублей. А это вот этот имеется в виду, наверное. Иногда как цена валит, тут вообще ничего не разберешься. Куртки без рукавов. Тут много всяких одеял. Одеяло бамбук. Синтепон одеяло. Верхожабын какой-то, синтепон. В общем, цены я смотрю 350, 360, 357, 420 одеяло. Постельное белье двухспальное, павлина, комплект, 911 рублей, бязь написано. Вот они, разные комплекты. Все это в коробке надо смотреть. Здесь в банках бабулины рецепты. Сладкий перец с баклажаном. 58 рублей стоит. Икра кабачковая. 36. Шпроты в масле по 39. Сардины 46 рублей. Печень трески 45 рублей по-мурмански. Салат из морской капусты 18 рублей 90 копеек. Скумбрия 41 рубль. Говядина тушеная 77. Не вижу печень минтая здесь. Все перепутано. Мясо цыпленка 29. Печенье сахарное, шоколадное, оно такое, как сэндвичи, 146 рублей, 0,8 килограмма. Печенье сдобное, 700 грамм, 118 рублей, вот. Печенье десертное с кокосом, 116,90, 10 килограмм. Сушка молочная, килограмм здесь, 69 рублей, сейчас килограммовые даже упаковки есть. Обычно полкило сушки, 400 грамм. Печенье 120 рублей. Вот такие вот, как поганочки сделаны, грибочки. Чай черный 108 рублей 90 копеек, 100 пакетов. Пирожное Тимми 69 рублей с малиной. Набор разделочных досок 76 рублей. Вот поменьше, побольше, вот так упаковка. Кастрюли из нержавеющей стали 3,8 литра 646 рублей 90 копеек. Это вот она вся так упакована крепенько. Салатник 107 рублей. Бокалы для шампанского 6 штук 236 рублей упаковка. Вот чехлы упаковывать колеса. Сейчас будут все перекидывать колеса, резину зимнюю доставать, летнюю убирать. Вот можно вот так упаковать. Все-таки не будет грязно стоять. Специально сшито. 68 рублей 90 копеек. Такая ткань, в общем-то, какая-то шершавая, плотная. И на резиночке вот здесь. Автомобильная щетка от снега. 58 сантиметров 79 рублей. Вот здесь
так вот, и щетка, и вот ручка. Конфеты, кофе с молоком, 129 рублей, 1 килограмм. Конфетки 116 рублей килограмм, называется топленка Бум. Курага 133 рубля фасованный килограмм. Пирожное бисквитное Аленка 53 рубля стоит такая пачка. Здесь 5 штук, 200 грамм. Сосиски, мясная тема, Макс 191 рубль, 10 килограмм. Колбаса вареная с чесноком, семейная, 109 рублей килограмм. Вот здесь такие большие палки, на каждой стоит цена и вес. Больше 2 килограмм палки. Карбонат юбилейный мясной 281 рубль. Щека копченая 165 рублей. Можно выбрать. Здесь не все жирные, можно все покопаться, найти прослоечкой. Окорочок 117 рублей килограмм. Вот здесь набирать самому. Бедро по 95 рублей. Кальмар по 114 рублей килограмм. Тоже самому набирать. На кассе взвесит. Набор копчености можно для пиццы, для чего. 95 рублей стоят. Вот они так вот упакованы. Вот. Рулька 286 рублей. Сардельки популярные 95 рублей. Второй сорт написано. Натуральная оболочка. 10 килограмм. Ливерная колбаса. Палка 51,90. Аппетитная называется. Сало соленое. Упаковки 207 рублей. Колбаса краковская 750 грамм. 186 рублей. Вот они отдельно, каждая палка. И, видать, 186 рублей каждая вот так и стоит. Здесь вот свинина на кости 179 рублей. Камбала 85 рублей замороженная. Ребра свиные 131 рубль. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч!